Я просто хочу сказать, друзья, чтобы мы избавились вот этих наших стандартов, которые нас привели к нищете. От арабского мышления казахов того какого-то прошлого века, да? Басха елде султан болганша, өз елінде ултан бол. Лучше, чем быть султаном в чужой стране, быть стелькой от обуви в своей стране. Видите, какая позорная поговорка. Это, по сути, позорная поговорка приводит к тому, что мы, казахи, стали, по сути дела, потеряли государственность, несколько сот лет были под царем, потом Советский Союз и так далее. Это говорит о том арабской психологии. Эта арабская психология наш народ приводит к тому, что всякие проходимцы типа Токаева, Назарбаева стоят во главе нашей страны, и мы, имея гигантские богатства, мы живем вообще там в числе около 100 стран, бедных стран мира входим. Видите? Правильно вот кто-то пишет по поводу этих поговорок. Вот. Поэтому, когда мне такие вещи говорят, что лучше быть стелькой от обуви своей стране, чем султаном в чужой стране, это старая примитивная поговорка, которая соответствует духу, рабскому мышлению тех людей, которые хотят, чтобы наш народ такой был. Нет, мы будем сильными и независимыми. Мы будем достойными и богатыми своей стране. Вот как живут южнокорейцы. Вот такую страну мы должны построить. Понимаете? Избавляйтесь от этих рабских всяких поговорок. Там все это ерунда. Именно надо понимать, это корни нашего народа привели к тому, что вот такие поговорки нас давили вниз и делали рабами. Вот от чего мы должны избавиться. Мы все это должны отбросить в сторону. Все мы выбрасываем. Инвестируйте. Хотите в 100 раз, в 200 раз, 300 больше зарабатывать? Хотите стать миллиардером, миллионером? Инвестируйте для того, чтобы поменять этот режим. Сейчас такая возможность, такой шанс. Переходим в Каспи, мой банк. Оплата в интернете. После «Изменить лимит» выбираем минимальную сумму 25 тысяч тенге и нажимаем «Изменить лимит». После установления лимита. Далее заходим в Telegram, нажимаем «Поиск» и пишем латинскими буквами сначала «Собачка», далее «Wallet». После этого выбираем «Кошелек», нажимаем «Старт», «Открыть кошелек». Нажимаем на три точку сверху, настройки, и здесь нажимаем на галочку «Показывать тон Space Beta». Теперь нажимаем назад, и здесь увидели новую категорию «Tone Space Beta». И нажимаем «Создать Tone Space», «Создать копию по email» и пишем «Свою почту». Здесь я скрыл свою почту, и плюс пишем шестизначный код, который придет на вашу почту. После этого нажимаем «Открыть Tone Space». Теперь создан ваш скрытый кошелек внутри самого кошелька. Теперь пополняем свой кошелек, пополнить, банковская карта, Тонкоин, далее. И здесь у новых людей, которые создают впервые свой кошелек, у них могут попросить пройти базовый уровень верификации. То есть пишем имя, фамилию и дату рождения. После этого нажимаем «Отправить» и повторяем наше действие. Выбираем Тонкоин, нажимаем «Далее». Минимальная сумма здесь 3, я выбираю 4 тонкоина. Теперь нажимаю «Купить», банковская карта и оплатить карты. После этого пишем 16 цифр спереди карты, номер карты, потом срок действия карты. CVV – это 3 цифры с обратной стороны карты. После этого латинскими буквами имя держателя карты, как у вас написано на вашей карточке. После этого нажимаем «Оплатить». И в сообщении Каспи банка приходит сообщение. Шестизначный код 178-936. И пишем этот код. Нажимаем «Подтвердить». Кошелек успешно пополнен. Теперь наша задача – пополнить наш скрытый кошелек внутри кошелька. Нажимаем «Tone Space Beta», «Пополнить», «Перевод из кошелька», «Тонкоин», «Далее». И здесь комиссия, поэтому пишем 3,95. «Подтвердить и отправить». Готово. Теперь нажимаем на три точки сверху справа. Тонкоины уже поступили на наш же внутренний кошелек. Теперь, чтобы участвовать в проекте Мухтара Блязова, сворачиваем, свернули Telegram, заходим на сайт ДВК, выбираем категорию криптовалюта и копируем адрес для Тонкоин.
UKA и 9WL3. Копируем. Обратно заходим в Telegram. Нажимаем «Отправить». Внешний кошелек. Нажимаем на само слово «Вставить». Далее. Пишем. Здесь комиссионная, здесь чуть-чуть меньше, поэтому 3,93. После этого нажимаем «Далее». Проверяем. Все правильно. Подтвердить и отправить. Готово.